теплой и дружеской атмосфере, хоть и с нотками грусти, провожают на заслуженный отдых одного из сотрудников Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства Владимира Пташкина, перешагнувшего 70-летний рубеж. Отдать ему дань уважения собрался многочисленный коллектив предприятия. Выразить слова благодарности приехал и заместитель главы администрации Ленинского района Александр Усков. Отдать всю энергию и силы одному предприятию почти 45 лет – это, безусловно, подвиг. Обычный человеческий подвиг. Владимир Пташкин стоял у самых истоков теплосети. Он поступил сюда на службу электриком в год основания предприятия, в далеком 1974-м. И по признанию Владимира Анатольевича, за 4 с лишним десятилетия его ни разу не посетила мысль сменить место работы. Хотя бывало всякое – аварии, трудности, обычная человеческая усталость. Нелегко удалось и решение выйти на пенсию. Вся жизнь прошла, в основном большая часть в этом коллективе. И, конечно, все-таки за все годы так привыкаешь, как дома родной получается. И в этом доме или даже семье Владимир Анатольевич непререкаемый авторитет. К его мнению всегда прислушиваются и коллеги, и начальство. Без всякого преувеличения, это легендарный для теплосети человек. Он, значит, является ярчайшим примером для многих наших работников, для многих десятков наших работников на протяжении многих поколений, так сказать, за что огромное ему спасибо. Воспитал за годы службы Владимир Пташкин немало учеников. Он всегда с радостью делится опытом, раскрывает секреты профессии и, не задумываясь, приходит на помощь. И теперь уже его последователи обеспечивают бесперебойное теплоснабжение Видного, любимого города Владимира Анатольевича. Нам есть на кому равняться, молодежи. Есть с чем брать, что учиться. Поэтому очень рад я, что удалось мне с тобой поработать. Действительно, многому ты меня научил. В завершении встречи Владимир Анатольевич Пташкин пообещал коллегам регулярно приходить к ним. Теперь уже в качестве гостя. Ведь двери родного предприятия всегда для него открыты. Здесь ему всегда рады. Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Елена Кошелева. Видное ТВ.